Цель – испанская и итальянская керамическая плитка. Направление – салон на улице Ковальчук. Двигаемся от центра, проезжаем драмтеатр, далее по проспекту Мира, мимо Центрального парка. Стоп! Перед спутником налево. Приветствуем вас в салоне на улице Ковальчук, 39. У Овна в этот день на первом плане будут стоять рабочие дела, а только потом – личная жизнь. Тельцу необходимо распланировать траты таким образом, чтобы денег хватило на все самое необходимое. Если в этот день близнецы проявят свою щедрость, то скоро заметят такое же отношение от людей и в свой адрес. Рак не обделен фантазией, поэтому сегодня ему следует продемонстрировать ее в любви. Гороскоп советует Льву ненадолго уединиться, чтобы в спокойной обстановке проанализировать все происходящее. Деве нужно с радостью принимать помощь и оказывать ее другим людям. Если весы в этот день будут постоянно витать в мечтах и облаках, то точно не успеют выполнить нужный объем работы. Скорпион – успешный день для учебы, смены деятельности и принятия судьбоносных решений. Гороскоп не рекомендует стрельцу сразу же говорить «нет», если предложенная работа или проект ему не понравится. Для того, чтобы избежать простуду, козерогу нужно срочно принимать витамины. Отличный день для тех водолеев, которые жизни своей не представляют без опытов, экспериментов и бурных оваций. Рыбы, возможны переговоры, подписание документов и выгодные сделки.